пришла сегодня посылочка. Давайте посмотрим, что там внутри. А там у нас Elif Jazz 2. Вот такой вот коробочки приходит. Elif. Здесь описание, то, что находится внутри. Проверка подлинности, маленькина. Такая вот коробочка. Давайте откроем сам альбом. Заказывал на Сигабай. Стоил он в районе $27. Давайте посмотрим комплектацию внутри. Провод идет USB, микро-USB для зарядки. Такое вот силиконовое кольцо для регулировки воздуха на атомайзере. Инструкция на английском, а также на русском есть. На русском тут пару страничек. Такая вот комплектация. Давайте посмотрим саму батарею. Такая вот батарейка. iJazz 2 написано. Elif Quality Premium iJazz 2 на 2600 мАч она. Подпружиненный пин, довольно тугой такой. Такой вот аккумулятор. Вот сам бачок iJazz 2 Elif Drip Tip. На двух орингах держится. Немного шатается. Все равно держится. Такая вот голова стоит внутри. Производитель утверждает, от 30 до 80 ватт можно парить ее. 0,3 Ома. Бачок дальше не разбирается, по сути. Давайте заправим его. Всегда такие испарители смачивайте вначале. Вовнутрь туда жижки налейте, чтобы гарика не получить. Бак на 5,5 мл объем. Тоже довольно неплохо. Диаметр бака 22 мм. Аккумулятор тоже 22 мм. Вот так вот смотрится в полном сборе. Такое маленькое устройство. В руку ложится хорошо. Один бак торчит. Я думаю, кольцо не будем одевать. Проверим так, как он парит. Включается 5-кратным нажатием. Пара много. Пар теплый такой. Неплохо наваливает. Голова на трюм.
По вкусу бачок, в принципе, неплох тоже. Вкус передает нормально. Такая вот посылочка сегодня была. Думаю, новичкам в самый раз пойдет. Кит такой. Сразу бак. Аккумулятор. Жидкость залил и парь. За такие деньги, в принципе, неплохо. Буду советовать. Сборочку эту. Если кому нравится, берите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если понравилось видео, впереди будет много чего нового. Всем до встречи, пока.